Приветствуем всех зрителей и подписчиков. Кто не подписан, просим подписаться на наш канал и поставить лайк. А также, чтобы не пропускать свежие выпуски новостей, нажмите на колокольчик. Спасибо. Несколько дней тому назад активно обсуждалась информация о том, что родные дети отправили 83-летнюю Лидию Федосеева Шукшину в дом для пенсионеров. Кстати, в то же время там располагался еще на тот момент живой народный актер Леонид Куравлев. Младшая дочка артистки, Ольга, подтвердила новость. Она разъяснила, не думаю, что это что-то постыдное. В моей матери есть возрастные болезни. Она должна располагаться под беспрестанным наблюдением, впрочем, близкие спихнули Лидию Николаевну в пансионат для пожилых людей, не из добрых намерений. И родные будут отправлять ее в пансионат для пожилых. Будут забирать, будут интриговать. После гибели Лидии Николаевны еще продолжительное время они будут создавать оглушительные конфликты и разборки, связанные с ее именем, а также ее наследием. Спасибо, что смотрели видео до конца. Благодарны за то, что пишете комментарии под видео. Это помогает нам в продвижении канала. Пишите комментарии под каждым видео, а мы выберем 20 пользователей, которые напишут больше комментариев под нашими видео и отправим каждому по 50 долларов. Нужно обязательно быть подписчиком нашего канала и поставить лайк на последние 5 видео. Берегите себя и своих близких. Будем благодарны за лайк и подписку на канал.